Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, тыква у нас еще не откатилась, поэтому я искать ее не могу. Беззубик, как говорится, еще не вернулся. Зато здесь мы получаем 120 тусклого янтаря. Я прям счастлив до опупения. Ничего другого не могут дать, блин, а? Дают всякую лабуду. Так, лети за железом, парень. Так, ты давай за древесиной, шпарь. В общем, как всегда, ты за рыбой. А это не та тыква? Нет, это не та тыква, которая мне нужна. Так, ну что, давай посмотрим, что эти охламоны мне принесли. Спрятаться ему в пещерах захотелось, ты понимаешь? Бесплатно. Я еще должен был платить, что ли, за это? Давай 350. Эй, держи карман шире. 350. Шестеренку получишь и будь доволен. Или... Нет, 12 рун. Ты посмотри-ка, 12 рун, ребята. Хорошо, парень, лети. Ну, ты что, в лес полетишь? Полетел в лес. Так, Громгильда, дай мне древесину лучше. Блин. Кто-то спрашивал у меня из подписчиков, а зачем вообще нужен тусклый янтарь? Так, ребят, тусклый янтарь нам нужен для того, чтобы его переделывать в блестящий янтарь. А блестящий янтарь нам нужен для того, чтобы мы могли с тобой покупать статуи. Либо статуи, либо их после покупки улучшать. Так, сейчас я приблизительно... Подожди, сейчас я тебе покажу. Так, вот, ребята, вот статуи, видите, всякие всевозможные. Вот они стоят столько-то, например, блестящего янтаря, да, светлого янтаря. 90-90. Здесь, например, 120. Где-то еще побольше. Ну вот, в общем, тусклый янтарь преобразовываем вот... Здесь вот таким вот образом тусклый превращается в светлый янтарь. И вот таким вот образом, надеюсь, больше вопросов не будет, зачем нужен этот янтарь. Так, давай посмотрим, что принесли мне мои дракончики легендарные. Так, тут все понятно. Давай, иди ищи. Что ты? Так, гнездо, опять же, тусклый янтарь. Стоп. Чуть было опять не забыл его отправить. Да что ж ты будешь делать-то? Ну. Так, опять он мне принес этот заштопанный мячик. Мячик заштопанный. Ну а как по-другому его назвать? Если он действительно выглядит как заштопанный мяч. Так, шторморез у меня получил 107 уровень. Кстати, это очень неплохо. Надо его дальше качать. Надо его дальше прокачивать. Тен-тен. Сколько там? 119 нужно? Пока не хватает. Пускай пока посидит чуть-чуть, да? Мы сейчас попробуем собрать рыбу. Может быть, нам все-таки хватит. Так, 119. Блин, еще разочек нужно. Еще один разок. Так, этих вроде бы отправили. Здесь у нас... Здесь у нас все собрато. Выходит так. О, здесь у нас тоже все получили по уровню. Так, давай его на прокачку. Тыква Брон. Тоже иди на прокачку. И сладкоед. Этих ребят мы отправили. Так, модификрылка. А этот там что лежебока сидит опять. Сидит, главное, ничего не делает. Давай 100 железа. О. Ну, понятное дело, что 100 железа мне... Мы получим 2 железа, скорее всего. Но не 100. Здесь у нас что-нибудь есть? Так, за древесиной. Вернись. Иди опять собирай. Ну, хватает мне? Хватает. Ну что, 109 уровень, да, друзья, получит у меня шторморез, 109, а там пару уровней, и он будет 112. Так, здесь вот это я все... О, я тут все, ребят, меняю. Абсолютно все. Ну и берем, конечно же, пак. Обычный, как говорится, вместе... Вместе с рекламным. Чего? В плане нет доступных. Зашибись, ребята.
кинули меня с рекламным паком. Вот что я тебе хочу сказать. Просто шваркнули. Блин, у нас, кстати, паков тут не осталось. Блин, нужно еще и паки набивать. Паки набивать, плюс события проходить. Что-то много чего на нас сегодня возложено. Ну что, друзья, парящий сюрприз, мы продолжаем его проходить. Это у нас будет вторая заходка. Всего он состоит у нас из трех заходок. Я не знаю, может быть, последнюю либо завтра после работы, если я, конечно, не очень сильно устану. Или будет, по крайней мере, на это время. Но тут уже три волны, что меня очень, кстати, огорчает. Три волны, ё-моё. Это сложно. Это ладно, еще две волны можно как-то растянуть здесь. Но когда три, да еще не дай боже, в третьей волне будет... Что он там сделал себе, эй? Паренек, успокойся-ка нафиг, а? Усиленную атаку он себе взял, смотри. Ну, жук, а? Ну, жучара. Это громорог плюс душитель. Давай захиляемся. Ну что ж ты же мог критануть же. Там чуть-чуть ему осталось. Ну что это такое, да? И ведь не стало. А это сейчас будет бронь снимать. Нет, ребята, не бронь. Это у нас... кое-что другое. Это у нас помутнение, можно так сказать, разума. То есть он выходит из моего контроля и делает сам, что захочет. Довольно неприятная вещь. Но... и последняя, третья волна. Одно только радует, что на этих трех волнах, ребята, по два персонажа. Если бы здесь было бы, например, по три, это было бы попа полная. Ну что ты там чудишь, а? Это ужасное чудовище начинает тут, как всегда, выпендриваться. Оно без выпендрежа не может жить, понимаешь? Ей нужно именно... Я еще удивлен, что она себе не прокачивает атаку. Обычно она этим не брезгует, как говорится, попользоваться. Ну и что же нам здесь выпадет? Рыба. Угу. Ну ладно, 200 лямов рыбы, это, ребят, тоже неплохо. Мини-босс. Мини-босс собственной персоны. Поехали. Давайте только здесь две волны, не надо три. Пожалуйста. Две. Три волны все-таки, а? Ладно, хотя бы на первой волне он один. Попробуем разобрать. Ну, давай так. А, он не успеет ничего сделать, да, получается? Ну, слава богу. Так, здесь лаворык пока подождет. Вот с этим будем разбираться. Так, одну атаку он промахнулся, не смог сделать. Промахнулся. И урон мы не получили. Давай сюда бомбанем. Плюс отхил. Сразу же это уничтожаем. Сейчас будет щиты, скорее всего, вешать. Мне так кажется. Нет, в последнее время он почему-то, ребята, ничего не делает. Ни щиты, даже не хиляется. Ну, это его проблемы. Громобой плюс ужасное чудовище. Начну с ужасного чудовища, потому что, ну, мне кажется, он здесь более опасный. Этот, конечно, тоже неприятный типок. Но есть два вида громобоя. Может быть, даже три. А может быть, даже четыре. Так же, как и очень много разновидностей ужасных чудовищ. Но все-таки вот это самый слабенький, как по мне. И ульта у него всего лишь на одного действует. Вот. А у синего такого, который более мощный, у него действует такая штука на всех. Так, давай-ка мы его, наверное, возьмем в слепоту. Чтобы он тут особо сильно не выпендривался, да? И сейчас мы с ним тут быстренько завершим. Так, он еще ослеплен.
Вот и все. Очередное колесо у нас. Выпадает древесина. И забираем ареновский пак, который содержит новичков. Так, 78 карточек на штормореза. Так, шипорез, дымодышащий. Так, ребят, сколько у нас там? А, так, подожди, а мы... Ну да, мы получим пак, получается. Все. Доходим до пака, и на этом у нас арена заканчивается на сегодня. Но нам нужно еще с тобой паки набить. Вот в чем беда. Хоть время позднее, уже 10 часов, надо уже баньки ложиться на самом-то деле. А я еще думал ХКР-ку поиграть, но, наверное, ребят, сегодня ХКР-очки у меня не будет. Но зато на следующих выходных мне придется пятую точку свою рвать, как не знаю кому. Потому что нужно все-таки взять там 50 тысяч кубков. А мы остановились на 36 тысячах, да? То есть, если бы я, например, сегодня сыграл бы, я дошел бы до 40 тысяч кубков. Было бы неплохо. Ладно, еще неделька у нас в запасе есть, я думаю, успеем пройти. Просто сейчас очень много интересных и классных игр повыходило, и я не знаю, ребята. У меня, например, Готэм, вот эта новая игра, скачанная уже, ну, когда в нее играть, ума не приложу, потому что я еще до сих пор не прошел про этих, брат с сестрой-то где. Хуга и Амиссия, еще ее не прошел. Плюс тут Нитрокит довольно неплохо, Vampire Survival тоже понравилась игра. Блин, дофига чего. И помимо этого еще там лежат у нас новинки. Ах, как это все успевать? Блин, я говорю, ребята, был бы выходной бы у меня. Тьфу ты, выходной, был бы у меня отпуск. Конечно, было бы полегче все это дело. А в рабочие дни, ну, не то. В рабочие дни это совсем не то. О, как мы быстренько, да? За чашечкой чая мы разобрались. Одари меня подарком каким-нибудь. Ага. Почти 200 лямов древесины. Ну, кстати, древесина тоже нормальная, ребят. Так, и вот он у нас последний поединок, после которого мы с тобой забираем загадочный пак. А следующая уже серия будет заключительная по поводу арены, потому что мы тут ее пройдем, это 100%. Ну что ты там пыхтишь, пыхтун. На тебе. Так, дебафим его. И нет, мы его не добиваем, он ходит сейчас. Так, пристиголовый плюс кревет. Блин, ну я, наверное, все-таки буду кревет пытаться шваркнуть. Сейчас фаербол полетит. Угу. Так, минус кревет. Наверное, хильнемся здесь. Ёк-макарёк. Вот бесявый, а? Чепушила. Своим вот этим пламенем. О, ветрокрыл. Тысячу лет его не видел, вот он появился. Не запылился. Ну, понятное дело, что здесь нужно отхиливаться нам. И, ребята, смотрим обязательно за энергией. И когда будет... Фига он шлепнул. Эй! Они хотят Барсика, что ли, вольнуть? Серьезно? По-моему, они на это метят. Твою налево даже завалить не смог, блин. Вот, а нас завалили. А нас, друзья, завалили. Еще замедлили. Ладно, копим, короче, на... на слепоту. На слепоту обязательно купим, потому что потом будет нам худо, если он накопит себе энергию и начнет замораживать нас. Ну, сам понимаешь. Это, как говорится, по старой школе. Поэтому его лучше держать рядышком. Видишь, он уже накопил энергию себе. Причем как-то так быстро он ее накопил. Очень быстро, в отличие от нас. Ну что, последний раз крутим колесо. Забираем с тобой рыбу.
И забираем загадочный пак. Так, все, с ареной на сегодня у нас закончено, говорю. Блин, нам чуть-чуть не хватает для награды. А что награда следующая будет? 250, блин. Так, монетки водяные. Шторморез, кривет, громобой. Так, у нас с древесиной, я смотрю, полный, да, завал. Ну, раз у нас полный завал с древесиной, значит, нам нужно отправить шепота. Отправить шепот? Да ты вернись ты, господи. И лети. Он улетел, но обещал вернуться. Так, а здесь вроде бы все нормально, да, получается? Пускай летит, обучается. Так. Расширьте академию. Нет, я не буду ничего расширять. А вот наградочку я, пожалуй, с удовольствием заберу. Награда, как говорится, такая на дороге не валяется, ребята, да? 250 жатвенных сладостей. И 6,5. 6540. Ну что, пойдем тогда, наверное, все-таки, ребята, 3 поединочка отыграем. Нам нужны паки. Без паков это плохо сидеть. Итак, первая тройка. Шепот. Лаварык и... Кривоклык. Ну, мы-то знаем. О, сейчас бы сделал. Точно, ребята. Я в шоке. Я просто в шоке, сколько он наносит урона. Ну, Барсик, до свидания. Так, ну мы-то тоже сейчас этого кривоклыка накажем. А с этим разберемся уже в последнюю очередь. Кусаем. О! Уничтожили его. Попал, так сказать, под крит. Ну, теперь с этим давай разбираться. Можно было бы слепоту, конечно, на него повесить. Ну, что ты там стоишь? Стоишь? На тогда и добиваем. Ну что, друзья, второй у нас поединок. И здесь я, конечно, начну с Лаварыга. Ой, ну да. Какой Лаварыг, ёк-макарёк. Скалотряс. Лаварыг. Надо же попутать, а. Блин, неужели он сейчас Барсика мне снесет? Почти, ребята, у него получилось. Почти. В любом случае, Барсика мне уже не спасти. И что-то мне подсказывает, что нас тут снесут сейчас. Если даже... Подожди. Стоит... Нет, наверное, сделаем вот так вот. Что это сейчас было? Ого! Слепоту повесил. Ребята, он повесил слепоту, представляешь? Ха! Он сейчас будет же меня бомбить? Или кого? Фаерболы полетели. Да, вырубил. По-моему... Опять слепоту? Ну, все. Все, ребят. Да. Нормально делает? Буквально только недавно, ребята, я говорил про эту слепоту. А он меня не выпускает из нее. Все, короче. Он не выпускает меня из слепоты. Зашибись, друзья. Делается. Фигеть просто. Друзья, он применял свою слепоту практически через каждый ход. Ну как, как только до него ход доходил, он сразу вешал слепоту. Это, по-моему, такого быть не могло. Какой-то, блин, баг. Ну как, извини меня, каждый ход ты вешаешь слепоту.
Это вообще чересчур имбово, блин. Да. Это, конечно, чересчур имбово. Ну ладно, ребята, сейчас не об этом речь. Нам нужно... Это сейчас фаербол, как всегда, залепит. Угу. Вот они пройдохи, что вытворяют. Ты посмотри. Просто распетрушивают нас налево и направо. Сейчас опять еще пламенем шмаркнет. Нет? Уклонение. Борзик, ты-то хоть сиди там, не дергайся, дергается тут, блин. Так, сейчас добьют, скорее всего. Ага, не вышло у тебя, да? Значит, мы успеем хильнуться еще. Мы успеем хильнуться и его запинать. Да, это тебе, парень, не поможет уж, извини. Так, ну а вот у нас, надеюсь, последний поединок. Нам нужно победить всего лишь одного дракона. Потому что у нас 7 из 8. Ну, наверное, начнем с этого. Так, Шустрик должен быстро улететь отсюда. Блин, Сарделька тут еще, Страж Зеленый. Так, ну что, я думаю, добьем мы его, да? А, мы так даже сделаем. Так будет даже интереснее. Так, это сейчас будет пулякаться. Он себе повысил еще и атаку, ко всему прочему. Ну что ж, Барсик будет сейчас получать пока потихоньку у нас. Звездюлик. Сейчас, наверное, его ушатают, скорее всего. Не? Ну тогда извиняйте. Поехали. Так, мы можем хильнуться. Он все в Барсика, все в него метит, а? Ладно, давай дебафать и уничтожать. Так, ну что, друзья, как видите, мы получили с вами два обычных пака, плюс один редкий. Открывать начнем редкий и плюс пак вождя. Тут шторморез, кревет, шипорез, экзотический дымодышащий, громорук отпрыск и кривоклык. Как-то так. Победите 5 драконов в схватке. Победили. Забрать не получается. Угу. Ну что, друзья, вроде бы как на сегодня и все. Все работают, все при делах. Место уже, как говорится, для ловли. Ага, для леса есть. Для леса еще есть место. Кстати, меня кто-то просил поставить болтуна. Вот, ребята, болтун здесь. Говорят, он очень много дерева, по-моему, приносит. Так, стоп, а кого мне отправить? Давай тебя, наверное, отправим за древесиной. Пускай летит. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!